Третьего не дано. В такой темноте, господа, разве его поймаешь? Не иначе, как большевистский лазутчик. Тем более вам, юнкер, нельзя было так непростительно промазать. Виноват. В другой раз не промахнусь. Сейчас я спрошу. Господа! Господа! Да-да? Вы не заметили, в какую сторону человек побежал? Высокий такой, в кепке. Кажется, за тот особняк, направо. Ага. Должно быть, к Бронной побежал. А я там каждый проходной двор знаю. А ну, пошли, пошли. Ну, теперь, господам юнкерам, его не поймать. Почему вы сказали неправду? Не знаю. Так? Да. Неспокойно. Очень неспокойно в нашей первопрестольной, Мария Дмитриевна. Как должно быть, Николай, вам все это дико после Стокгольма. Там свет, веселье, а здесь, в Москве... В Стокгольме, Марья Дмитриевна, нам, русским эмигрантам, было не до развлечений. Но как же это все-таки здорово, что вот мы с вами встретились. Да, хорошо. Ну что же, двинемся дальше. Извозчика теперь все равно не достать. Да, идемте. А вон, кажется, пролетка. Да, у каждого свое. А вы очень изменились, Николай. Где тот рабочий паренек, которому я когда-то преподавал русскую словесность? Как мы вас тогда любили в воскресной школе. Да, и гордились, что дочь хозяина фабрики, студентка, наша учительница. Вы делали благородное дело. Но и мой отец был не таким уж буржуем, как теперь принято говорить. Да, это верно. Ваш отец, Мария Дмитриевна, немало помогал нам. После 905 года он передал на нужды партии большевиков 15 тысяч рублей. А я ничего не знала об этом. Естественно, такие вещи не афишировались. А после его смерти, надо полагать, хозяином фабрики стал ваш старший брат? Да, Алёша, Алексей. Да вы ведь, кажется, не знакомы с ним. Нет, нет. Он очень хороший, хотя иногда кажется суровым. Алёша очень много делает для того, чтобы жизнь в Москве наладилась, и все эти беспорядки прекратились. Ведь он адъютант командующего полковника Рябцева, и, кроме того, член городской думы. Вот как? Представляете, сколько у него работ? Должно быть, энергичный человек. Это у него от отца. Да-да, вы правы. Мы с Павликом, моим младшим братом, очень любим его. Стой! Возвращаются наши давешние преследователи. Кто такие? Ой, это те самые. А, документы? Пожалуйста. Петро, посветите. Пьер Бенуа, техник центрального телеграфа. А хорошо говорите по-русски, месье Бенуа. Вы, месье, я долго живу в России. А ваши документы, сударыня? У меня нет с собой документов. Я живу здесь, на Большой Никитской. Моя фамилия Оболенская. Поручик Оболенский, ваш родственник. Это мой брат. А, понятно. Счастливого пути, господа. Merci, merci. Юнкерский патруль. События назревают.
Но почему вы под чужой фамилией, Николай? Ведь все уже позади. Революция свершилась, а вам не надо скрываться и прятаться, как когда-то. Вы, видно, отстали от жизни в эмиграции. Думаю, что не очень, Машенька. Простите. Простите, но я просто мысленно всегда называл вас именно так. Ну что ж, прощаю охотно. Это честно? Да, конечно. В газетах каждый день пишут о грабежах. В лавках хлеб не всегда бывает. Да. Такие дела. Но вот что касается революции, Машенька, то я убежден в том, что она еще не кончилась. Кажется, еще одна проверка. О, Господи. На этот раз вроде наши. А ну, господа хорошие, предъявляй мандатики. Ай-яй-яй-яй, барышня, в такую-то поздноту гуляете, как бы маменька не осерчала. Вот мой мандат, проверьте. Так, Вершинин Николай Иванович, член Московского совета, фракции большевиков. Ясно. Барышня с тобой? Да, домой вот провожаю. Ну, сейчас добрый. Пошли, ребята. А ты, парень, смотри, не заморозь барышню-то, а? Ночь-ночь шаблоны стали. А знаете, кого вы мне сейчас напоминаете, Николай? Интересно, кого же? Овода. Такой же таинственный, романтичный. Вот уж не думал. Чувствую, вы такой же неистовый революционер, каким были прежде. Только ведь тогда были полиция, жандармы. А с кем же вы собираетесь бороться сейчас? К сожалению, еще много есть с кем воевать. Ну вот я и дома. Да. А знаете, какая мысль мне пришла? Зайдемте к нам, попьем чайку. Должен быть, Алёша, познакомитесь. Как я рада, что такие люди, как вы и мой брат, могут рука об руку работать для России. Неплохая идея. Да вот не знаю, удобно ли. Раз я приглашаю, значит, удобно, не беспокойтесь. Ну, если вы настаиваете. Только одно условие. Не забудьте, что у вас в гостях техник Пьер Бенуа, обрусевший француз. Совершенно неисправимый конспиратор. Ну что ж, тогда je vous en prie, месье Пьер. Avec plaisir. Avec plaisir, мадемуазель. Пожалуйста, пожалуйста, сюда. Сейчас я зажгу. А вот и сестренка. Машуня, кричи, ура! Павлик дома! Ротный отпустил на целые сутки. Гуляйте, говорит, господа, веселитесь. Это еще неизвестно, когда в следующий раз смогу дать вам увольнение. Павлик! Машуня, ну! Машуня! Павлик, пусти, Павлик! Павлик, пусти, я не одна. Прошу познакомиться. Мой младший брат, юнкер Александровского училища, Павел. Наш гость, мой знакомый, месье Пьер Бенуа. Юнкер Оболенский. Очень рад. Ваша сестра говорила мне о вас. Жаловалась на непослушание? Совсем наоборот. А я здесь один, скучаю, вот граммофон слушаю. Проходите в комнату, господа. А ты, Павлик, объясни, почему это ротный не знает, когда сможет дать следующее увольнение? С послезавтрашнего дня переходим на военное положение. Усиленные наряды по городу. Сегодня к нам приезжал сам командующий войсками полковник Рябцев. Юнкера, говорит, наша главная надежда и ударная сила. Понимаешь, сестрица, с кем ты имеешь дело? Да, да. Так-то. Да, чуть не забыл. Знаешь, кто сопровождал командующего? Кто? Наш братец. Говорят, становится правой рукой Рябцева. Так что можешь за Россию не беспокоиться. Оболенский выполнит свой долг перед Родиной. Учти, сестра, впереди
их ждет слава. Ну, довольно, довольно, хвостунишка. Простите, юнкер, но имейте в виду, что слава, как говорил мой соотечественник Бальзак, товар невыгодный, стоит дорого, сохраняется плохо. Ого. Вы, французы, народ остроумный, однако это не помешало русским в 1812 году. Павел, хоть ты теперь и надежда России, но я прошу тебя не забывать правил приличия. Миль пардон, мсье Пьер, миль пардон. Ничего, ничего, нет, вы не правы. А вот и Алёша пришел. Сейчас сядем ужинать. О, Алёша, здравствуй. Здравствуйте, дорогие. Здравствуй, Алёшенька. Знакомься, наш гость. Техник Пьер Бенуа, мой знакомый. Весьма рад, Оболенский. Пьер Бенуа, я тоже рад познакомиться. Алёша, мы ждали только тебя, ужин готов. Очень мило с твоей стороны, потому что у меня, говоря словами покойницы няни, в животе, как в амбаре, Алёша, перед новым урожаем. Прошу всех к столу. Прошу. Так. Садитесь, пожалуйста. Куда прикажете? Вот, пожалуйста. Спасибо. По старинному обычаю московскому... Пожалуйста. Я поднимаю бокал за нашего гостя. Ваше здоровье, мсье Пьер. Я очень тронут. Ваше здоровье. Юнкер, юнкер, не по чину пьете. Уволен на полные сутки, господин поручик, так что не извольте беспокоиться. А, ну, тогда одобряю. Рад стараться ваш сокровище. Ваше здоровье, Пьер. Спасибо, спасибо. Алёша, ты чем-то озабочен? Обстановка такова, что только когда сидишь вот так за столом в кругу родных, можешь хоть на минуту забыть все то, что происходит вокруг. Трудные времена переживает Россия, мсье Пьер, чертовски трудные. О, я понимаю и сочувствую. Искренне сочувствую. Тем более, что в какой-то мере я считаю себя русским. В последнее время я часто думал о Великой Французской революции. Сравнивал. Да-да-да-да. О революциях приятно читать в исторических романах, а вот участвовать в них, стоять рядом с вождями, роль тяжелая и неблагодарная. Чем же? Россию обревают тысячи и одна проблема. Все требуют каких-то изменений, новшеств, особенно эти новоявленные мараты, господа большевики. Вы против новшеств? Я за разумные. Но, несомненно, одно – проводить любые изменения в государстве правомочно лишь законное правительство. Пусть даже оно называется временным. Только оно. Иначе анархия, развал. Маша, да. А ты плохая хозяйка. Положим себе Пьеру икры. Свежайшее утром от Елисеева по особому заказу. Пожалуйста, месье Пьер. Мерси. Так вот. А у народа сейчас одно на уме. Подавай ему сытую, привольную жизнь. От бесконечных митингов и резолюций голова может пойти кругом. Чуть что не так, народ кричит «Долой!» Совершенно согласен. Согласны с кем же? С народом или со мной? А разве у вас есть разногласия с народом? Из вас получился бы неплохой политик, мсье. Почему бы вам со временем не баллотироваться в Думу? Или в Московский совет. Что? Я говорю, вы подали мне интересную мысль, Алексей Дмитриевич. Угу. Да. Вам, французам, повезло с революцией. Не совсем понимаю. Наполеон после гигантских катаклизмов, после грандиозных народных бурь, пришел гениальный организатор и все поставил на свои места. Вы хотите сказать, что если бы сейчас в России... О, если бы сейчас... России как никогда нужен свой Наполеон. То есть снова монархия. Но ведь Франция республика. Да, но... Ну, а впрочем, это забавная мысль. Укреплять монархию во имя республики. Не хватит ли на сегодня политики, да, господа? Да-да-да, хватит, хватит, хватит. Гитара. Чудесный инструмент. И заметьте, мсье Пьер, истинно русский инструмент. Спойте что-нибудь, если можно. Пожалуйста, пожалуйста. Жалобно стонет ветер осенний. Алёша, что с тобой? Чем ты озабочен? Этот твой мсье надолго? Что за странный вопрос? Ты меня удивляешь. Ну, хорошо, хорошо. После. С чувством тоски.
Хотите еще чаю, месье Пьер? Благодарю. Благодарю. Прошу меня извинить, но я, к сожалению, должен вас покинуть, должен еще поработать. Дела. Да. Благодарю за гостеприимство, Марья Дмитриевна. Но мне тоже уже давно пора. Как вы собираетесь уходить? Ох, как жаль. Ну что ж, приятно было познакомиться. Взаимно. Я провожу вас, Пьер. Спасибо. Не правда ли славные у меня братья, Николай? Да. Я хотел бы вас увидеть завтра, Машенька. Я свободна целый день, но вы не отвечаете на мой вопрос. Да я боюсь, что вы мало знаете своего Алексея. Я? А знаете что? Приходите завтра в 12 к памятнику Пушкина и поговорим. Обязательно приду. Итак, до завтра? До завтра. Хорошо, что он быстро ушел. Алексей, что это все означает, в конце концов? У нас гость, мы беседуем, а ты попросту выпроводил его за дверь. Месье Пьер – культурный человек. Он, конечно, понял твои бесцеремонные намеки. Мне стыдно за тебя. Все? Так вот теперь скажу тебе я. Сейчас не время устраивать все эти рауты. Положение в Москве серьезнее, чем когда-либо. Все может начаться вот-вот, она, видите ли, принимает гостей. Через 30 минут ко мне придут из штаба округа. Очень важное совещание. Домой, к нам, в такой час? Да, 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 так было необходимо. Совещание конфиденциальное, прислугу отпусти. Чай для гостей приготовишь сама. Хорошо. Идея собраться у меня принадлежит поручику Ровному, помощнику командующего. Павел! Да-да, я здесь. Ну, вижу, вижу. Отвечаешь за вход в квартиру. Дежурить будешь в прихожей. Наружная охрана, конечно, будет, но все же. Понял? Так точно. О чем говорить? Павел, что это значит? Ты подслушиваешь? Подумаешь. Я без 5 минут прапорщик и буду как рядовой болван торчать тут с винтовкой. Хорош братец, не мог уж пригласить. Ну, подслушивать, подслушивать, Финн, неприлично. Мань, ну, слушай. Господа, господа, тише, внимание. Нас вынудили собраться так экстренно. Чрезвычайные обстоятельства. Большевистские агенты проникли даже в штаб. Да. И потому мы здесь. Пользуемся гостеприимностью Алексея Дмитриевича. Павлик, я ведь сказал тебе. Маня, но ведь интересно, интересно, понимаешь? Ну, знаешь ли. Слушай, слушай. Господа, тише, тише, господа, внимание. Нами перехвачена телефонограмма из Петрограда большевикам в Москве. Вот что в ней говорится. Одну минуточку. Вот. Сегодня ночью военно-революционный комитет занял вокзалы, государственный банк, телеграф, почту. Теперь занимают Зимний дворец. Все войска на стороне военно-революционного комитета. Переворот совершен без единой капли крови. Да что же это? Негодяи, предатели! И вы знаете, накануне учредительного собрания! Да митинговали! Договорились! Маша! Большевики в Питере захватили власть. Не может быть. Послушай сама. Тише, господа. Помолчи. Тише, наконец. Мы собрались здесь, чтобы взвесить обстановку и принять решение, а не изливать брань в адрес большевиков. Я прошу вас, Алексей Дмитриевич. Я час назад из Думы. Там известно содержание этой телеграммы, и большевики ушли с заседания. А пока в Думе болтают, большевики послали солдат 193-го полка в центр и захватили телеграмму. Они применяют петроградскую тактику. На их стороне почти весь рядовой состав гарнизона. Командующий уже послал доклад в ставку и просит немедленной помощи. И нельзя терять ни минуты. Совершенно верно, совершенно верно. И если хотите, надо брать пример с Ленина. Как? Да, 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 с Ленина.
Надо отдать должное. Он действовал без проволочек. Так что же вы предлагаете? Манечка, Машенька, ты слышишь? Большевики, мастеровые, солдаты, мужики захватили власть. Невероятно! Они далеко не все мужики, Павлик. Ну, уверен, что в Москве и Дума, и округ не допустят переворота. Послушаем, послушаем. Внимание, господа, внимание. В нашем распоряжении 2 юнкерских училища, 5 школ прапорщиков, офицерские союзы, небольшая, но отлично обученная и вооруженная армия. Выступать надо нынче же ночью. Немедленно занять ключевые позиции. Центр, вокзалы, Кремль. И патронов не жалеть. Пусть эти товарищи захлебнутся собственной кровью. Какой ужас. Какой ужас. И это говорит мой брат. Оставь, сестра. Это все слова. Не станем же мы стрелять в народ. Мы не жандармы. Правильно, Аваленский, правильно. Беспощадность и быстрота. Вот наш боевой девиз. А теперь прошу ближе к карте. Вон Государственный банк. Это телеграф, мосты. Прошу ответить на картах, господа. 2 роты юнкеров на охрану Думы. А главный штаб большевиков на Скобелевской. Поручаю это вам, Алексей Дмитриевич. Слушайте внимательно. По Калужской дороге к Москве идет верный казачий полк. Выезжайте навстречу казакам и ведите их на Скобелевскую. И не либеральничайте с товарищами. Слушаюсь. Наш Алексей во главе казаков. Ты слышишь, Павлик? Демонстрация силы. Известный прием. Скажите, а Кремль? Господа, как же Кремль? Да. Тут есть особый план. О нем будет сообщено дополнительно. Алексей Дмитриевич, вот списки офицеров, промышленников, администрации. Наше ядро. Наиболее верные люди. Спрячьте дома. В штабе ненадежно. Слушаюсь. А сейчас, господа, если больше нет вопросов, прошу немедленно разойтись по частям и приступать. В добрый час, господа! Павел, немедленно отправляйся в училище. Алёша, я хочу спросить, что происходит в Москве? Ведь мы же не будем стрелять в своих. Это ведь просто так попугать. Что с тобой, Павел? На кого ты похож? Что это за бабий тон? Стрелять или не стрелять, решать не тебе. Мы защищаем Россию с оружием в руках. Запомни это и... Алексей. Отправляйся в училище, Павел. Алёша, ну ты же мне не объяснил... Твоё место теперь там... Понял? Понял. До свидания, Машенька. Алексей, но мне-то ты должен сказать о ваших намерениях. Слушай, оставь этот тон, он не к месту. Я спешу, постой. Спешу. Не ты ли говорил о долге перед народом? О спасении Отечества? О демократических принципах? В кого ты хочешь стрелять, Алёша? Речь не о народе. Ты ничего не понимаешь, Мария. Вот и объясни. Если тебе уж так хочется знать, мы выступаем против кучки изменников и предателей, против горстки провокаторов и авантюристов, именуемых большевиками. И для этого собираетесь кровью залить Москву? Поднимаете юнкеров и офицеров? Сестра, мне некогда говорить тебе то, что говорил уже не раз. Сейчас все решается, мы или они. Третьего не дано. Все не то. Ты говоришь совсем не то. Я не могу объяснить тебе, но чувствую, ты совершаешь непоправимое. Остановись, Алёша! Сейчас не время для эмоций. Объясняться будем после. Прощай. Алёша! Погоди, Алёша! Ушел. Глаза. Нет, это не должно случиться. Боже, что же делать? Что делать? Сейчас все решается.
Мы или они. Третьего не дано. Нет, нет! Я знаю. Я знаю, что нужно делать. Тебе тут что надо, барышня? Скажите, пожалуйста, не находится ли здесь член совета Николай Вершинин? А ты-то кто такая? Я учительница. Вы не знаете такого Вершинина? Николай-то кто же его не знает? Наш замоскворецкий. Эй, Егор! Да? Загляни в зал Вершинина там, покличь. Хорошо. Только горло не дери, медведь, люди там заседают. Ну, ясно, покличу. Ну, заморилась. А ты отойди от двери, садись, отдохни, барышня. Ничего, спасибо, я постою. Садись, садись. Базара! Дядь Вань, нашего. Здравствуй, Степа. Пересменка скоро, дядь Вань. Да как видно, до самой нашей победы придется стоять, Степан. Дело, брат, к войне идет. Да. Табачком угостить? Угости. Что на фабрике, Степан? Митинг, дядь Вань. Агитатор приехал, декреты о мире, о земле зачитал. Такое творится. А у нас тут тоже только-только шум поутих. Заседать начали. Что было? Интернационал пели. Первые декреты нашей власти. Дело великое. Автомобильная рота, говорят из Московского совета. По распоряжению товарища Розина... Эй, кто меня тут? Коля! Маша, это вы? Что случилось? Коля... Я должна срочно поговорить с вами. Товарищ Вершинин, вас срочно просит товарищ Аросев. Передайте, буду через 5 минут. Так что же случилось, Машенька? Сейчас. Сейчас я вам все объясню. Понимаете, Коля, после вашего ухода у нас в квартире было совещание офицеров штаба округа. Вот как? Да. О чем шла речь? Там... Что с вами? Вы вся дрожите. Нет, ничего. Ничего, я сейчас все. Маша, пожалуйста, постарайтесь вспомнить все, о чем шла речь на совещании. Хорошо. Выходи строиться! Или нет, нет, постойте. Пойдемте в ту комнату, там потише. На первый, второй, прочитай. Так вот, товарищи, война, считайте, объявлена. Думой создан комитет общественной безопасности. Значит, комитет для борьбы с большевиками, рабочими, солдатами. Читай, читай, комитет общественной опасности. Да не перебивай, товарищ. Продолжай, товарищ Скворцов, продолжай. Мы подготовили резолюцию. Объявить всеобщую стачку. Поднять Красную гвардию и войсковые части гарнизона и двинуть их на защиту Моссовета и важнейших городских учреждений. Мостов, вокзалов, банка. Прошу быстро высказаться. Время не ждет. Вы, товарищ Муралов? Да. Слово имеет член ВРК, товарищ Муралов. Товарищи, товарищи, гарнизон за нас. Но не надо забывать, что и у буржуазии силы немалые. Если выступим, без кровопролития не обойтись. А кому оно нужно? Помирать никому не охота. Товарищи, товарищи, предлагаю войти в переговоры с Рябцевым и Рудневым. Нечего разговоры разговаривать. Разрешите. Выступать надо. Выступать. Слово имеет член ВРК Аросев. Товарищи, время пока за нас.
Если мы потеряем его на переговоры, мы потеряем все. Советы ВРК имеют точные сведения, что вот-вот начнется выступление контрреволюции. Есть ли у нас время на прения, на переговоры, на голосование? Товарищи, берите пример с Питера, с Владимира Ильича Ленина. Товарищи, к оружию! Товарищи, товарищи, не поддавайтесь на демагогию! Я требую расследования. Откуда эти сведения у ВРК? Откуда, товарищи, нас толкают на кровопролитие? Успокойтесь, товарищ Исов. Здесь не дума, здесь нет демагогов и провокаторов. И расследование мы вести не намерены. Не тот момент. Прошу слова для важного сообщения. Слово имеет член Моссовета от Замоскворечья, товарищ Вишинин. Меньшевик Исов предлагает расследование. Не успеете провести его, господин хороший. Только что закончилось тайное совещание офицеров штаба округа. Вопрос совещания один. Уничтожение советов. Разгон солдатских комитетов, массовые расстрелы большевиков, захват Моссовета казачьим полком, захват административных центров юнкерами и офицерами. Начало выступления контрреволюции с минуту на минуту, товарищи! Доказательства! Спокойно. Товарищи, не поддавайтесь! Не верьте провокаторам! Граждане! Граждане! И где тут, советы? И не скажите! Проходите, проходите, проходите! Кто вы, товарищ? Откуда? Да, я из Беляева, из села, что возле Калужской заставы. Крестьянин я тамошний. Гусев моя фамилия. Так, Гусев я. Ну, слушаем, слушаем, товарищ Гусев. А вы и есть... Самый главный совет? Да, мы и есть, товарищ Гусев, главнее нас с тобой в Москве сегодня нет. Ну, говори, что у тебя? Казаки, граждане, товарищи, идут на Москву. Успокойтесь. Слышите, товарищи? Успокойтесь, товарищи. Тихо, товарищи, тихо. Где внимание. Казаки? Сколько их? Откуда идут? Да как же успокоиться? У нас в селе остановились. Сено у мужиков для коня своих растащили. Полк, а может, бригада целая. Большевиков, говорите, идем рубать. Меня мужики снарядили. Беги, говорит Иван, в совет, за подмогой. Вот вам и суф, и ответ. Вношу предложение. Внимание, товарищи. Немедленно поднять Красную гвардию, объявить всеобщую политическую стачку в поддержку советов, вызвать солдат для охраны, направить представителей в полки. Кто за? За. Я тоже за. Да, товарищ Исов, я хорошо вижу, что вы против. Принято подавляющим большинством. Это товарищи, граждане, а как же казаки? Казаки? Да, тут медлить нельзя, товарищи. Баррикады на улицах. Вызвать ближайший стрелковый полк. Послать за артиллерией надо. Нет, не успеем. Если они у Калужской заставы, то через час-полтора жди их здесь. Правильно, товарищ, правильно говоришь. Через час непременно будут. Предлагаю всем вооружиться и занять круговую оборону. Биться до последней капли крови. Плохое предложение. Руководитель должен руководить. Мы мозг революции, товарищи в Москве. Думайте, товарищи. Надо поехать к казакам и остановить их. Ну, или хотя бы задержать. Как это остановить? Ты что, сдурел, Николай? Казака? Зарубят, слово не успеешь сказать, зарубят. Истинный крест зарубят. Это же не люди, ироды. Не болтай ты зря, не болтай. Но такие же мужики, как и мы с тобой, но только темный народ. Ишь ты, темный, вот накладут тебе эти мужики, будешь знать. Постойте, мужики, говоришь? А что если... Декреты. Вот именно, огласить им декреты, ведь они прямо обращены их казакам. Ну, конечно, товарищи, ведь посмотрите. Они же солдаты, им мир нужен, как воздух. Они же крестьяне, для них земля все. Верно. Кто поедет? Посылайте меня. Сделаю все, что смогу. Хорошо, так, Николай. Решено. Бери автомобиль. Товарищ Гусев, покажешь, как проехать к твоему Беляеву? Я что же, если надо идти, я согласна. О, вот и хорошо, раз ты согласна. Поезжайте, товарищи. Ну что ж, товарищ Гусев. Товарищи. Надо немедленно вызвать 193-й полк на охрану совета. Голосую. Кто за? Московский
Сельский совет слушает. Так, откуда? Симоновка? Передавайте. Записываю. Дежурный автомобиль! Так. Шофер дежурного автомобиля! Коля! Машенька! Вы здесь? Я ждала. Я хотела узнать, что же теперь дальше. Вы спасли много жизней, Машенька. Я горжусь вами. Еще раз спасибо. Товарищ Вершинин, машина подана. Да-да, иду. Это вроде бы нам. Нам. Иди садись, товарищ Гусев. Нет. Машенька, здесь скоро будет небезопасно. Вы должны немедленно вернуться домой. Хорошо, Коля, я вернусь. А как же вы? Я? Да. Там очень опасно, куда вы едете. Не опаснее, чем всюду теперь, Маша. Я буду молиться за вас, Коля. Можно? Вы? Так я, собственно, не верующий, но... Ну уж если... Храни вас Бог. Возвращайтесь невредимым. Товарищ Вершинин. Иду. Счастливо, Машенька! 93-й пехотный полк выполняет распоряжение. Далеко, товарищ Вершинин? За Калужскую заставу. Казакам. Да. Вот тут и оно. Тю-тю. Я думал, антиллерию вышлют. А тут на тебе. Парень с бумажками. Ничего, отец. Сейчас в этой бумажке силы побольше, чем в артиллерии. Может, оно и так, да только казаки, они видят. Да, я-то их знаю. С 5-го года пуля в плече сидит. Я тоже с ними встречался. Это когда же? Тоже в 5-м. Да сколько тебе было? 15. На Пресне с отцом на баррикадах. О, вон ты какой. Он, знаешь что, он такой, а я не такой. Вон моя деревня. А вон там и казачки из-за леса. Становь свою телегу. Что? Становь, говорит, телегу, хватит. Струсил мужик. Нет у меня смысла. Если бы антиллерия... Не пух вам, ребята, не пера. Союзничек, чуть что в кусты. А это уж наша с тобой забота. Наше дело воспитать, научить таких вот гусевых. Смотри, конные впереди, с пиками. Казаки, застава, стой. Гаси свет, кто едет? Документы. Член исполнительного комитета Московского совета рабочих и солдатских депутатов. Еду к вам в полк. Вот мои документы. Ну, ни черта в темноте не видно. Ладно, член комитета, давай за нами. Вон там у костров полк стоит. Уж тут один приехал к нам от командующего штаба округа. Речь держит. Трогай. Вы всегда были опорой государства российского. И сейчас, в эти тревожные дни, революционное временное правительство призвало вас, казаки, помочь России в борьбе со смутой и анархией. Командующий Московским военным округом полковник Рябцев надеется на ваш доблестный полк. Так ударим же дружно по смутьянам и анархистам, по большевикам, которые ведут Россию к гибели. Вперед, по коням, на Москву!
А ты что, станичник, не знаешь, что титулования отменены? Я тебе не благородие, а просто господин поручик. Это все едино, господин поручик. Как насчет земли, что слышно? Так ведь об этом и речь веду, казаки. Мы должны защитить Москву. Временное правительство от большевиков, агентов Вильгельма. Мы должны довести страну до учредительного собрания. Оно и решит, как быть с землей. А чего решать? Есть решение насчет земли. Кто такой? Кто пустил? Что за черт? Это же Пьер Бенуа. Как он здесь оказался? Это мой знакомый, господин полковник, французик. Сейчас начнет говорить про прекрасную Францию, про Д'Антона и Робеспьера. Пусть потешит казаков. Я лично одно скажу. Ни к чему весь этот митинг, поручик. Надо было сразу по коням марш, марш, вперед и все. Да ничего, ничего. Послушаем, послушаем. Я приехал к вам, казаки, по поручению военно-революционного комитета Москвы. Вчера в Питере рабочие и солдаты взяли власть в свои руки. Временное правительство свергнуто. Вся власть принадлежит советам. Неплохой у вас знакомый, поручик. Большевистская каналья. Казаки! Это большевик, провокатор! Не слушайте его! А вот, давайте разберемся, кто говорит правду, а кто ложь. Смотрите, казаки, у меня в руках первые декреты нашей советской власти. Первый декрет о мире. Россия заключает мир со всеми государствами и немедленно. Это пустые бумажки. Не верьте большевику, казаки. А теперь послушайте, о чем гласит второй декрет советской власти. Вся земля конфискуется у помещиков и передается крестьянам. Земля решения о земле. А о казаках что написано? Есть и о казаках. Что? Слушайте, земли крестьян и казаков не конфискуются. Ясно? А вот сошники, вот, а как же вот у помещиков землю отбирают? Так они ее отдали. Сами отберете. Вот по этому декрету, подписанному Владимиром Ильичом Лениным. Передаю вам эти декреты. Храните их, казаки. В них вся сила. Бумагу! Бумагу, доктор, побереги! Парень дело говорит! Ну а как дальше-то быть? А дальше так. Вот, господа офицеры, ведут вас на Москву. Хотят, чтобы вы расстреляли рабочих, расстреляли советы. А задавили ту самую власть, которая дает вам долгожданный мир и землю. Решайте, казаки, сами, с кем держаться. Зачем нам такую власть расстреливать? Подавам пора! Нехай сами тут разбираются, наше дело сторона! Поворачивай, хлопцы, кони! Весьма сожалею, господин поручик, но вы сами видите, что этот мерзавец наделал. Он от нас не уйдет. Только я прошу не здесь. Сейчас это опасно. Казаки его не отдадут, может выйти худо. Да, разумеется.
сказать, станичники? Давай, говори, что надо. Тихо! Так, сказать дайте. Думаю я, надо нам все обмозговать. Дело серьезное. Вот это о земле и про все такое прочее. А на Москву мы не пойдем. Делов у нас там никаких нету. Правильно я говорю? А ежели кому охота, пущай едет подставлять свою голову. Нам не по пути. Вот так и передай, парень, своим ревкомовцам. Казаки на Москву не идут. Ну, спасибо, казаки. От всей рабочей Москвы спасибо. Трохнул же я, когда они нас со всех сторон окружили. Я и сам не очень-то весело себя чувствовал. Ты молодец. Поглядеть к теще в гости на блины приехал. Подумать только, бумажки. А какая силища в этих декретах? Ленинские декреты. Смотри, смотри, опять конные впереди. Это не казаки. Юнкера. Проскочим? Попробуем. Ах ты, бревна вытащили. Перегородили дорогу к хаты. Делать нечего, останови. Выходи из машины! Вот мои документы. Я член исполнительного комитета. Знаем, что за птица. Тебя и ждали. Ну что, попались, мсье? Ваше приказание выполнено, господин поручик. Молодцы. Доставить его прямо к командующему в Александровское училище. Малейшее сопротивление расстрелять, как собаку. Так-то, мсье Пьер. Три человека в машину и вперед.